Сейчас на центральном дворе проходит спад 1/4 финала весовой категории 84 килограмм. Мы все с вами знаем, что это весовая категория одна из самых конкурентных. Очень много борцов, выдающихся и на чемпионатах мира, и на чемпионатах России борются в этой весовой категории. И сейчас, к сожалению, в этом круге встречаются красным трибом Тимур Визоев. Краснодар, паралимпийец, зачет мальчик. Мастер спорта международного класса, тренеры Мухаммед Ашмоков, Арсен Забуев. Тимур Визоев, бронзовый призер чемпионата мира среди молодежи. Победитель Кубка мира этого года, бронзовый призер чемпионата Европы этого года, дважды становится призером чемпионата России. И всего лишь неделю тому назад выиграл первое место на международном турнире «Алроса». Его соперник в синем трико Федя Соколов. Владимир Чайка, тренер Мальдивов, чемпион мира, чемпион России. Yeah.
чемпион мира. Все же Савола